Всем привет! Меня зовут Екатерина Дзюба, я являюсь художником и автором онлайн-школы по обучению песочной анимации. И сегодня я хочу презентовать для вас новую обучающую программу под названием «Пробный курс». Данную программу могут попробовать абсолютно все желающие, как взрослые, так и дети, но под чутким руководством старших. Расскажу обо всем поподробнее. На первом уроке пробного курса мы с вами узнаем, что такое классическая засыпка и как с помощью песка можно нарисовать простые фигуры, такие как квадрат, треугольник, трапеция и так далее. Во втором уроке мы с вами познакомимся с интересным приемом под названием рисование по точкам, где будем учиться рисовать различные узоры и орнаменты. В третьем уроке вы узнаете о двух основных техниках песочной анимации – это рисование на песке и рисование песком. На простых примерах смешных персонажей мы будем рисовать одного и того же героя в двух разных техниках. Именно этот урок научит вас двум основным классическим приемам песочного рисования. В четвертом мастер-классе мы будем учиться рисовать цветы. Их многообразие не имеет границ, но я все-таки сделала подборку самых основных видов, которые мы с вами отлично знаем. И финалом нашего пробного курса будет рисование героев из известных мультфильмов. Мы порисуем с вами забавных баранчика Шона, смешных пингвинов, главных персонажей из мультфильма «Миньоны» и даже попробуем порисовать других героев цветным песком. Завершая свой краткий обзор о курсе, скажу самое главное. Работая в жанре песочной анимации более 10 лет, я с уверенностью могу сказать, что данный пробный курс будет для всех очень увлекательным и полезным. Друзья, двери нашей онлайн-школы открыты для каждого, и я жду вас на этом замечательном пробном курсе. Желаю всем прикоснуться к творчеству и раскрыть в себе новые таланты.